Доброе время суток, уважаемые зрители. Добро пожаловать на канал «Садовые посиделки». Канал посвящен всему, что связано с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в гостях в саду посидел гость, который очень любит покрасоваться по берегам реки Амазонки. Поэтому его часто называют амазонской лилией. Хотя по сравнению цветка с большим правом он мог бы называться амазонским нарциссом. Итак, встречаем Эухаис. Эухаис насчитывает около 10 видов растений семейства амаралисовых, цветущих в зимний период и отличающихся лишь незначительным ботаническим признаком. Родина Эухаис – горные леса Колумбии. Листья крупные, красиво изогнутые, темно-зеленые, широковальные, с длинными черешками. На цветочной стрелке образуется зонтик с 5-6 цветками диаметром 8-10 см каждый. В благоприятных условиях Эухаис можно образовывать 20 анонсов, каждый из которых увенчан 2-6 цветками. Цветение Эухаис варьируется у разных видов по-разному. Обычно цветение наступает в феврале, в марте. Время цветения Эухаиса для некоторой степени можно регулировать. Если дать растению период покоя, где-то месяц-полтора после цветения, сократить полив и содержать его в полусухом состоянии, манипулируя поливом и подкармливанием, можно добиться цветения Эухаиса аж трижды в год в мае, в конце августа и в зимние месяцы. Вот у меня экземпляр, который растет, это называется Эухаис крупноцветковый. Эухаис крупноцветковый растет в тропических влажных горных лесах в колумбийских Андах. Эухаис прекрасно растет на освещенных местах, хотя неплохо переносит и незначительный недостаток освещения, плохо переносит полуденное солнце. Идеальное место все-таки восточное и западное окно. Эухаис крупноцветковый сравнительно теплолюбив и летом предпочитает температуру где-то 20-30 градусов. Следует все-таки избегать сквозняков и сильных перепадов температуры. Это вызывает измельчение цветков. В период роста температура тоже не должна опускаться ниже 18 градусов. Также в период роста субстрат желательно поддерживать умеренно влажным. Поливают Эухаиса редко, но обильно, после подсыхания земляного кома. При избытке влаги луковицы могут просто-напросто загнить. Наиболее обильный полив для Эухаиса – это во время цветения. Весной и летом, с момента появления цветоносов и до конца цветения, один раз в две недели подкармливают Эухаис минеральными жидкими удобрениями для цветущих комнатных растений. В концентрациях несколько ниже рекомендованных на упаковке. Следует помнить, что растение, получившее избыток азота, чаще всего цветет неохотно. Эухаис в период цветения можно подкармливать и любыми органическими удобрениями. Осенью и зимой Эухаис выращивают вообще без подкормков. После цветения растения в течение месяца-полтора месяца нужен период покоя. Поэтому на время полив сокращают. Сигналом окончания покоя служит активный рост молодых отпрысков. Соблюдение периодов покоя после каждого цветения надежно стимулирует последующее обильное цветение Эухаиса. Образование дочерних луковиц Эухаиса – это верный признак того, что ваш питомец готов к цветению. Если, несмотря на это, ваш Эухаис из года в год не цветет, то причина может быть только в том, что вы не обеспечили ему достаточный период покоя. Вот у меня Эухаис этому растению, вот в таком состоянии, которое он сейчас есть, примерно 4 года. Я посадил его двумя маленькими луковицами, взял их в том месте, где Эухаис практически не рос. Вот в таком зачаточном состоянии постоянно находились растения. То есть листья не развивались, были всегда маленькими, Эухаису не хватало света, и он просто-напросто не рос. И вот чтобы транспортировать это растение, мне пришлось полностью отрезать листву, и корневой системы там практически не было. Поэтому, когда, если у вас в таком будет состояние, луковицы Эухаиса, вы просто-напросто сажаете его в землю и не поливаете, просто чуть-чуть смачивая
верхний слой, совсем немного. Вот мой Иохайс, я его вовремя не смог убрать в этом году с окна, и полуденное солнце сожгло часть листьев. Видите, желтые и прям белые пятна, но я надеюсь, все это отрастет. Растение вот это не цвело после посадки где-то года два, даже можно сказать года три, потому что Иохайсу нужен тесный горшок, чтобы он полностью его заполнил, только после этого растение начинает цвести и давать очень много деток. То есть растение постоянно развивается, полив должен быть, как я сказал, умеренный. Сегодня я вам покажу, как правильно посадить вот это растение, луковицу Иохайса. Вот видите, в этом горшке оно тоже не развивается. Это не мое растение, мне его отдали, потому что растение не растет у них. И поэтому сегодня я покажу вам, как его посадить. Весь процесс пересадки можно разделить на три этапа. Первый этап – это мы вытащим луковицу Иохайса из старого горшка, очистим от старой земли. Второй этап – мы подготовим землю, и третий этап – соединим со вторым и посадим нашу луковицу в нормальную смесь, в нормальный горшок. Итак, давайте приступим. Итак, для того, чтобы приступить к первому этапу, нам понадобится сам цветок, потом нам понадобится перчатки, потому что вечная проблема – это земля под ногтями. И нам понадобится, конечно же, на всякий случай маленькая лопатка. Итак, давайте оденем перчатки и приступим к пересадке. Возьмем растение, вот посмотрим. Видите, земля не очень хорошая. Очень осторожно, не боимся, потому что растение чувствует ваш страх. Вытаскиваем растение из горшка. Видите, глубоко как все это лукается. Корневая система очень плохо развита. Вот что бывает, когда растение сажает дренаж, делает из пенопласта, то, что корни, пенопласт вырастает очень тяжело. Вот у нас луковица сама такая. Для того, чтобы приступить ко второму и третьему этапу, нам понадобится земля. Землю можно использовать любую для цветущих комнатных растений. Единственное, что если земля не очень хорошая, все-таки стоит добавить песок и перлит. В принципе, этого достаточно. Потом нам понадобится горшок. Горшок можно взять небольшой для начала, но он желательно должен быть высоким. Потом нам понадобится обязательно дренаж. Дренаж можно использовать керамзит, либо камни специального дренажа. И пульверизатор с водой. Это нужно для того, чтобы, когда вы землю готовите, обязательно нужно ее смачивать, потому что после посадки Иохайса желательно не поливать молодое растение примерно около 2 недель. Это нужно для того, чтобы луковица не загнила. Если же растение у вас без листьев, то тогда его не поливают до появления первых листьев. Итак, давайте приступим к посадке. Для начала посмотрим землю. Если земля хорошая, в ней достаточно рыхлая, питательная, но вот у меня немножко пересушенная, поэтому все-таки придется смочить, потому что после посадки растения не рекомендуется поливать в течение 2-3 недель. У меня даже вот в течение месяца, скорее всего, я его поливать не буду, чтобы хорошо развилась корневая система. Спрыскиваем воду, чтобы земля была влажной, не мокрой, а просто влажной. Берем горшок, на дно насыпаем дренажный слой из керамзит. Наполняем горшок землей. Утрамбовываем. После того, как мы наполнили горшок землей, сделаем выемку в земле для того, чтобы посадить нашу луковицу. Чем отличается Амаралис от Иохайса? То, что луковица Иохайса должна быть полностью заглублена в землю, только остается шейка верхняя с листьями. Вот и все, наше растение посажено. И напоследок я бы хотел сказать, чтобы вы не боялись и выращивали этот замечательный цветок Иохайс, потому что он всегда отблагодарит вас пышным цветением, приятным ароматом, и вы почувствуете себя, словно вы находитесь на берегах Амазонки. Не бойтесь, выращивайте, экспериментируйте. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующего выпуска. Всем пока!